Здравствуйте, дорогие друзья. Hello, dear friends. Спасибо, что вы пришли. Thank you for your coming. Последние несколько дней я вам рассказывала и показывала свою систему реализации бессмертия. The last few days Olga was telling about her system and showing it also. И я говорила о том, что эта система вмещает в себя просветление, праническое дыхание и бритарианство. And Olga explained that her system is including enlightenment, pranic breathing and breatharianism. И сексуальное тантру. And sexual tantra is also a part of her teaching. И мы с вами коротко обсудили эти темы. And shortly, but we touched every of these topics. Вы можете потом посмотреть их на YouTube. And you will find them later on YouTube and other channels. И сейчас мы поговорим о бритарианизме. And now we will talk about бритарианизм. Самое древнее упоминание о методике перехода на бритарианство. The most ancient story about бритарианизм. Я нашла у Падмасабхавы. Olga found with Padmasabhava. Это учитель, который основал в Тибете очень большие школы. Большую школу. This is a teacher who founded a very big school. Реализация тела света. About realization of the body of light. И он свою жену переводил на бритарианство. And he helped his wife in transition to бритарианизм. Первый год она пила только травы. The first year she was drinking only remedies from plants. Второй год она пила отваренные камни. The second year she was drinking decoctions with stones. И третий год она уже была в сухом режиме. And the third year she was dry. И многие практики для реализации тела света на завершающих этапах уходили от еды и переходили на бритарианизм. And many practices or teachings about realization of body of light at the last step of transformation they go away from the food. Второе древнее упоминание, и это целая традиция. The second ancient mentioning about this is a whole tradition. Это китайская бигуши чи. This is a Chinese version бигуши чи. Она рассчитана на 12 лет перехода. It is meant to take 12 years. Сначала люди едят орехи. First people eat nuts. И овощи. And vegetables. Потом переходят на овощи и фрукты. Then they eat vegetables and fruits. Потом переходят только на фрукты. Then only fruits. Потом на зелень. Then green. Потом на жидкости. Then liquids. И переход на воду. And then water, вода. И еще дополнительно используются практики цигун. Additionally, qigong is used. Естественно, широкое распространение бритарианства получило благодаря работе Джасмухин. Of course, widely known бритарианизм became because of Джасмухин. Она очень много об этом говорила, писала. She has been talking a lot about it and writing as well. И так как у нас информационный век, and since we have the age of information, то мы узнали об этой информации достаточно быстро. We found out about this information quite soon. И как вы знаете, первая технология Джасмухин основывалась на 21-дневном переходе. And as you know, the first method of Джасмухин was aimed at 21 day. Это 7 суток сухого режима. 7 days dry. И 2 недели на сок. And then 2 weeks on juices. И я знаю многих людей, которые действительно перешли на бритарианство этим способом. And Olga knows people who actually succeeded in transition through this method. Но у
всех этих людей этот процесс занял несколько лет. But with all of these people, the process took several years. То есть 2-3 раза в год они проходили такой процесс. So 2 or 3 times a year these people attended at the 21-day process. И в определенный момент они почувствовали, что нет потребности возвращаться к пище. And at a certain moment they felt they don't need to go back to solid food anymore. Вторая технология, которая также широко используется. The second technology that is also widely used. Это, прошу прощения. После того, как Джасмухин получила несколько отрицательных опытов. There is something that we need to add. After Джасмухин received a few negative feedbacks. Она изменила свою систему и сделала 8 дней на воде. She changed her system, and it became 8 days on water. Я сейчас выскажу лично свое мнение, ни в коем случае не критика, просто мои мысли на эту тему. What Olga will tell now is simply her opinion. It's not criticism, it's just a point of view. С моей точки зрения, этот процесс слишком мистифицирован. From Olga's point of view, this process is very much mystified. То есть Джасмухин описала его с позиции великих учителей, высоких энергий и всего прочего. So Джасмухин explains this process from the position of great divine masters, from spiritual point of view. Но это очень легко описываемые физиологические процессы. But these are also very simple and describable physiological processes. Например, в России есть несколько клиник, которые проводят 11-дневное сухое голодание под наблюдением врачей. For example, in Russia there are clinics who are guiding 11 days processes. Dry, 11-day dry processes, it's a healthy fasting. И никто не называет это бритарианством или каким-то духовным процессом. And nobody calls it breatharianism and don't connect it with spirituality. Обычное лечебное голодание. This is simply fasting. Healthy fasting. Вторая система – это упрощенный процесс. So the second system is a simplified process. Сначала несколько дней едят фрукты. First they eat a few days fruits. Потом несколько дней пьют соки. Then a few days juices. Потом 3 дня сухого голода. Потом еще сколько дней? 3 дня сухого. Then 3 days dry. И 3 дня выхода на сок. And 3 days exiting on juices. И при этом используется очень много медитации, аффирмаций. And at the same time they use a lot of affirmations and meditations. И следующее предложение перехода на бритарианство. And this, the next offer of method to, of transitioning to breatharianism. Которая сейчас формирует новую парадигму. Which is now creating a new paradigm. Это идея о том, что нужно сначала сыроедить. It's the idea that first you need to be raw foodarian. Потом переходить на жидкое питание. Then you have to be liquidarian. И потом когда-нибудь, возможно, вы перейдете на бритарианство. And then at some day maybe you will be bretarian. Я таких людей называю сыроедами-мечтателями. Those people Olga calls raw foodarian dreamers. Я проводила 4 международных конгресса по бритарианству. Olga had held 4 international congresses on breatharianism. И сейчас я процитирую дословно Sunfire, вы можете это увидеть на YouTube. And she will quote Jericho Sunfire now. You can find this on YouTube. Он сказал: "Я лично 17 лет переходил на бритарианство." He said, "I personally transited for 17 years." И если кто-то мне скажет, что меньше чем за 15 лет можно перейти, я в это не поверю. I'm sorry, 15 years. And if somebody tells me that it can be faster than 15 years, take less time, then I won't believe it. Но это его личный опыт.
But this is his personal experience. И совершенно не обязательно делать такой длительный путь, сыроедение, вегетарианство, веганство и так далее. And it is totally not necessary to take a long way about raw food, vegetarianism, liquidarianism. Следующее предложение перехода на вегетарианство – это цикличное голодание. The next offer of transitioning to breatharianism is cyclic starvation. То есть день ем, день не ем, два ем, два не ем. This means I one day we eat, the next day we don't eat. Эта система была бы хорошая, если бы мы были роботы. This system would be quite good if we would be robots. То есть нажал кнопку, пищеварение выключилось, включил кнопку, пищеварение включилось. This means we press the button, digestion is on. We press the button again, digestion is out. Но для того, чтобы ваше пищеварение остановилось, нужно минимум трое суток. But in order for your digestion to stop, you need at least 3 days. И получается, что таким образом вы просто раздергиваете нервную систему и разлаживаете пищеварение. So it comes that by doing this cyclic starvation, you simply are disbalancing your nervous system and creating new disbalances. Я знаю целое движение людей, которые пытаются перейти этим методом. Olga know whole movements who try to transit this way. И со временем организм смиряется, то есть они переходят в категорию малоедов. And with some time, the organism adapts to this stressful situation, and these people become the little eaters, so they eat little. То есть они едят один раз, один-два раза в неделю. So they eat once or two times a week. Но это достаточно сложный путь, в особенности в начале. Психика выдает много пищевых психозов, тело выдает много психозов, нервная система переутомляется. Especially in the beginning, this is very complicated, as Olga explained, for the psychological state, because a lot of food-related psychosis appears, for the physiological state because of the cleansings, and for the energetical state as well. Еще одна такая известная система перехода – это солнцеедение, смотрение на солнце. And there is another very interesting method of transitioning. This is the sun gazing. В Индии, как вы знаете, есть практика Сурья Намаскар. You may know that in India there is a practice. Сурья Намаскар. Сурья Намаскар. Это приветствие солнца. This is a greeting of the sun. Индиец Ратан Намек перевел эту практику в ранг бритарианства. And the Indian Suran Manek, Ratan Manek, I'm sorry, took this practice and connected it with breatharianism. И рассказывает очень много о том, что там активируется шишковидная железа, еще происходят какие-то процессы. And he tells a lot that the pineal gland gets activated through this, and a lot of different processes as well, and so on and so on. То есть в течение года надо смотреть на солнце, пить молоко с медом. So for 1 year you need to gaze at the sun to drink milk and honey. И потом, возможно, вы перейдете. And then at some point probably you will transit. В интернете очень много информации на эту тему. In internet you can find a lot of information about this topic. Но я очень рада, что я могу вас предупредить с этой сцены. But Olga is very happy to have the possibility to tell you this in this from this stage. Ребята, я получаю по 200-300 писем в год. Sometimes Olga receives 200, maybe 300 letters in a year. Когда люди пишут, что они испортили себе зрение по этой методике и спрашивают меня, как его восстановить. When people write to Olga that they damaged their eyesight through this practice and ask her for help. Люди, которые проводят эти практики, знают об опасности того, что зрение может испортиться. And people who are giving these practices, they know about this danger. Но они аргументируют тем, что когда вы перейдете на бритарианство, то зрение восстановится. But they are arguing that when you transit to breatharianism, your vision will recover.
Но, во-первых, не факт, что вы таким образом перейдете. But first of all, it's not a fact that you actually transit. А во-вторых, зачем рисковать? And secondly, why do you want to risk? Естественно, у этих людей была какая-то личная предрасположенность, и не значит, что у всех стопроцентно испортится зрение. So it doesn't mean that 100% everybody will damage his eyesight dramatically. Certain people have a disposition to this disbalance. Но процент риска очень большой. Процент риска очень большой. But 30% is actually a lot. И для того, чтобы прийти на бретарианство, совершенно не надо смотреть на солнце и портить себе зрение. And actually, in order to transit to bretarianism, you don't need to damage your eyesight and you don't need to gaze into the sun. Когда я переходила на бретарианство, and when Olga transited to bretarianism, я разработала систему. Olga developed a system. Это еще одна система из перечня. So, моя система. This is another system. This is her system. И она основывается на двух очень простых физиологических принципах. Это вымывание и выжигание. And it is based on two very simple physiological principles. This is washing out or leaching and burning. Первый мой опыт бретарианства был совершенно спонтанный. The first experience of Olga was very spontaneous. Я узнала о бретарианстве. Olga heard about bretarianism. И решила посмотреть, как мое тело будет реагировать, если я перестану есть. And she decided simply to observe how her body will react if she stops eating. То есть мой первый переход занял буквально 2 минуты. So her first transition took like 2 minutes. И у меня пропало желание есть, у меня вообще пропал какой-либо интерес к еде. And any desire to eat, any interest in food was lost. То есть у меня произошел психологический переход. So a psychological transition took place. Но моей семье это было очень непонятно и очень это не понравилось. But her relatives, her family was quite confused about this and they didn't understand anything at all. Я не ела 2 месяца. She wasn't eating for 2 months. И, в общем-то, было все нормально. And in general, everything was fine. Но в определенный момент у меня начался токсикоз. But at a certain moment, detoxification started. У меня началась сильная рвота. I'm sorry, toxification started. И я стала терять сознание. Olga felt that she needs to vomit, and she started to faint. И моя семья сказала, либо меня сейчас положат насильно в больницу, либо я как-то прекращу это все дело. And her relatives said, either you go, you stop this process, or we will force you into a hospital. И мне пришлось вернуться к еде. So Olga was forced to return to food. Но через некоторое время у меня появилась возможность уединиться, жить одной в лесу. But after some time, another possibility showed up, being alone, living in a forest. И я разработала свою методику перехода. And Olga developed a system how she wants to transit. Я уже имела больше информации о бретарианстве. And she had not only her experience, she had more information about the process. И так как у меня уже был определенный личный опыт, and additionally her personal experience, я понимала, какие процессы нужно, на какие процессы нужно обратить внимание. This together was this together allowed it Olga to understand what processes needs to happen in order to the transition to be successful. Поэтому моя методика основывается на трех факторах. That's why her method is based on 3 factors. Moments. И эти факторы должны быть абсолютно уравновешены. And these factors have to be balanced. Первое — это психологический переход. The first is the psychological transition. Для этого я разработала определенные практики. Therefore, Olga has certain practices.
То есть в процессе проделывания этих практик мы их делаем прямо на семинаре. So in this means these practices are done during the seminar already and during these processes. Вы фактически устраняете те блоки, которые психологические блоки, которые обуславливают ваше желание. You learn how to eliminate these psychological blocks, which are blocking our desires. Второе – это энергетические практики. The second are the energetical practices. И третье – это физические практики. And third – the physiological practices. Вы знаете, основные проблемы не только перехода на вегетарианство, но и сыроедение, вегетарианство. You already know the most common mistakes, not only about transition to breatharianism, but also raw foodarianism and vegetarianism. То есть люди начинают худеть. So people lose weight. У них начинает сохнуть кожа. Problems with skin appear. Портятся ногти, волосы. Problems with hair, with nails. Начинается холод. Cold appears. И начинаются психологические или эмоциональные проблемы, проблемы со вкусами и все прочее. And psychological, emotional problems begin to occur, problems with tastes and so on. И как я говорю, и людям объясняют, это энергетические процессы, это там эмоциональное тело, это еще что-то. And in these cases, people are told, this is energetical process, this is your emotional body, maybe something with God. На самом деле, это обычная физиология. Actually, this is simple physiology. Я сейчас скажу, наверное, очень слово крамола, можешь перевести? Нет. Очень нестандартную и пугающую фразу для этой сцены. Maybe the sentence that Olga is going to say now is unusual on this stage and maybe is also a little bit scary at the first time. Поймите, пожалуйста, никакого бретарианства не существует. Please understand that something like breatharianism is not existing. Бретарианизм – это чисто белковое питание. Breatharianism is pure protein-based nourishment. То есть у бретарианцев. That means breatharians. Вырабатывается определенный вид флоры. They have a certain flora, microflora. У каждого из нас в кишечнике 3 килограмма бактерий. And every one of us has 3 kilograms of bacteria in our guts. Более 200 видов. More than 200 different kinds. Часть из них для нас симбиотна. Some of them are symbiotical. Часть из них для нас антагонична. Some of them are pathogenic. Мы рождаемся с этой флорой, получая ее от матери. We are born with this flora. We gain it from our mother. Флора растет на клетчатке. Flora is growing on cellulose. И когда люди переходят на сыроедение, у них начинаются проблемы именно из-за того, что идет конфликт флоры. And when people transit to raw food, they have their problems mainly because of the problems with their flora. То есть все ваши проблемы и неудобства. This means all of your problems and uncomfortable feelings, которые я перечислил, which Olga counted, связаны с тем, что флора не симбиотна. Are connected to the fact that the microflora is not symbiotic. То есть. That means. Вам нужно вырастить такую флору. We need to grow a certain kind of a microflora. Которая будет очищать организм, потому что метаболизм у вас все равно происходит. Which on one will be cleansing your body, because metabolism will always take place. А организм будет потреблять эту флору в виде аминокислот. And the body at the same time will nourish itself from this microflora in the as amino acids. То есть. That means. Микрофлора – это чистый белок, и вы получаете все
ситуации две заменимые, незаменимые аминокислоты. So, simply said, microflora is pure proteins, and you gain all the necessary amino acids, all the 22, which are, yes, that are existing. И ничего божественного в этом нет. And in this, from this point of view, there is nothing spiritual. Не надо никакой мистики. No mystical setting. Это слишком сложно. Это чего? Это слишком сложно. This would be too complicated. Просто когда люди не могут что-то объяснить, они говорят, ну, это божественный процесс, это любовь. It's simply that if people cannot explain something, they say, oh, this is something divine, something connected with God, with love. Я 4 месяца была в сухом режиме без воды. Olga was 4 months dry without water. Я 4 месяца была в сухом режиме без воды. Olga was 4 months dry without water, as I said. И я понимаю, откуда в сухом режиме берется вода. Это очень простой процесс. And Olga understands how it is that water is still available in the body if you are dry. Откройте медицинскую энциклопедию, почитайте физиологию, там все это описано. Open some medicine books. It is already researched and well known. Аминокислоты распадаются на воду. Amino acids can be broken down into water. И глюкозу. And glucoses. Глюкозу организм получает глюкозу и воду, и в конечном итоге выделяет аммиак. Это конечный распад любого продукта. Употребляют глюкозу и воду, и они распадаются на аммиак. И в конечном итоге последний как бы распад это аммиак. And the last breakdown of the product is ammiak. И он выделяется через кожу. And this goes out ammiak, and this goes out through the skin. И не надо это божествлять. And this is, we don't need to connect it with God, with divine energy. Но когда вы переходите в такой режим, but when you transit to this kind of regime, когда вы перестаете потреблять извне что-либо, when you start to take in yourself anything from the outside, вы не тратите энергию на переработку. When you stop. You don't lose energy for digestion. И вы не загрязняете организм теми нитратами и всякой ерундой, которая сейчас находится в продуктах. And you don't pollute your body with all the stuff that is not necessary, but which is present in our products right now. И у вас естественно пробуждается огромное количество энергии и огромная чувствительность, потому что нервная система не перегружена. And it happens naturally that you gain a lot of energy and certain processes take place because your nervous system is not overloaded. И естественно, ваша психика становится более уравновешенной. And logically, your psychological state also is balanced. У всех людей, которые принимают пищу, and everybody who takes food, есть отек мозга, has an edema in the brain. Если в течение 3 месяцев if during 3 months вы не принимаете пищу, you don't take food, этот отек уходит. This edema goes away. И у вас начинают перестраиваться нейронные связи. And the neuronal connections in the brain start to rearrange. Поэтому очень сильно меняется психика. That's why the psychological state, perception, condition changed a lot. И чем больше мы говорим о 33-х октавах и великих учителях вознесён. And the more we speak about the 33rd octave or the divine teachers, тем сложнее обычным людям понять процессы перехода. The more complicated is it for simple people to understand the principles of the transition of the process. И ученым заинтересоваться этими процессами. And it is also very hard for scientists to get interested in this topic. Ведь примеров в истории миллионы. And at the same time we have so many examples in our history. Во время Второй мировой войны. During the Second World War.
В России был такой город Ленинград. In Russia there was a city called Leningrad. Он два года был в полном кольце блокаде. It was blocked totally from the enemies for 2 years. И у людей не было никакой возможности что-либо получить извне. And people had no possibility to get anything from outside this. И им выдавали пайку хлеба 200 грамм в день. And they received bread 200 grams a day. Но это не было хлебом в том смысле, который мы сейчас понимаем. But this wasn't the bread that we know today. Это была размолотая древесина с клеем. This was milled wood together with glue. И чуть-чуть муки. And a little bit of То есть фактически люди 2 года были на праноеде. So basically people have been 2 years on breatharianism. При этом они работали. At the same time they have been working. Воевали. Fighting. И при этом еще в Ленинграде очень холодно. And at the same time it is very cold. Они прожили 2 зимы. And they have been surviving for 2 winters. В неотапливаемых помещениях. In houses which you cannot warm. Но как раз рассуждение о том, что невозможно измерить. But actually the talk about the things which we cannot measure. Как я уже сказала, делает невозможным диалог с наукой. As Olga already said, makes the dialogue with science impossible. Я разработала настолько конкретную систему. And the system that Olga developed is so concrete. Что я могу ее предоставить в НАСА или в какое-то другое космическое агентство, без разницы. Или не только в космическое агентство. It can be offered not only to a company like NASA, but also other big companies. У меня несколько я проводила международные конгрессы, и на этих конгрессах выступали мои ученики, которые рассказывали о своем опыте перехода и о том, как они живут без еды. On the international congresses which Olga held in Russia, their students of her presented their experience about transitioning to breatharianism. У меня есть люди, которые уже полгода в сухом режиме. Olga has people who have the experience of half a year on dry regime. И для того, чтобы удостовериться, что это не мои фантазии. And in order to make sure that this is not Olga's fantasies. И у этих людей не эффект плацебо. And these people have not a placebo effect. Я решила провести очень серьезный эксперимент. Olga decided to make a very serious experiment. Я завела собаку. Olga adopted a dog. Ей сейчас 4.5 года. Это лабрадор, огромная собака. She is now 4 years old. It's a Labrador, a big dog. И я ее провела по своей системе. And Olga guided this dog through her system. И потом на протяжении 21 дня она была только на воде. And once this dog was 21 days on water. У нее не ушло, у нее вес вообще не изменился, не ушло даже 500 грамм. Not even 500 grams went away. She did not lose any weight. У моей собаки очень приятный запах. And this dog smells very pleasant. И когда она сталкивается с другими собаками, они ее нюхают и не понимают, кто перед ними. And when she encounters other dogs, these dogs smells on her and kind of don't understand who they met here. Я не стремлюсь держать ее без еды. It's not a goal to hold this dog without food. По одной очень веской для меня причине. Because of one serious reason. Она тогда перестает спать и бегает 24 часа в сутки. Because she sleeps then very little and runs 24 hours a day. У меня очень маленькая квартира. And Olga has a very small apartment.
И она бегает как белка по кругу. And she is running in circles like a, yes. И это очень не нравится соседям снизу. And neighbors don't like this. Когда ночью такая лошадка топает по потолку. When in the night such a horse is stamping on the. И она у меня живет на соках и кокосовой воде. So she is living on juices and coconut water. Для Москвы поить ее кокосовой водой это весьма дороговато. And in order to feed her with coconuts in Moscow, it's quite expensive. Но если она что-то съест, but if she eats something, она начинает болеть. She starts to be ill. Единственная очень интересная особенность, которая выделяет ее от других собак. Единственная? Да. The only very strange special thing about her that differs her from other dogs. У нее на шерсти нет жира. She has no fat on her hair. She has no fat on her skin, on her hairs, on the scales that grow out of the skin. A feel. Yes. То есть у нее шерсть не. So her hairs are not shining in the sun or shining. И у нее нет жира. She has no fat. У нее очень большие мышцы. She has very strong muscles. И она, когда гуляет с другими собаками, то она часами может бегать. Те собаки уже давно устали, уже все лежат. And she can, when she is playing with other dogs, she can run much longer and is more active than all the other dogs. Она употребляет только сок. And she drinks only juices. Психологический переход возможен. Psychological transition is possible. И очень быстро. And very soon. Но тело должно очиститься. But the body must clean itself. И вы начинаете сталкиваться с стандартными проблемами. And we encounter standard problems. Я знаю энергетический переход. Olga also knows energetical transitions. Когда люди много занимались различными энергетическими практиками без потребности перехода, ну то есть без идеи перехода на претарианство. When people have been doing different energetical exercises without the idea of or the aim of becoming breatharianism. И у них стабилизировалось тело. And their body gets balanced. И они действительно перестали испытывать потребность в пище. And indeed, they stopped feeling any desire or association with food. Но таких людей можно отнести к олимпийским чемпионам. But those people, you can count them as Olympic champions. Кто-то может прыгнуть на 3 метра в высоту. Someone can jump 3 meters high. Может. Yes. Но большинство нет. But most of the people cannot do it. Единственное, что вам мешает. The only thing that is in our way, in your way. Это три фактора. Those are three factors. Они очень простые. They are very simple. Можете назвать сами. You can try to count them on yourself. Does somebody have a guess? What is standing in our way, in your way? Пожалуйста. Fear. Еще. Something else? Habits? Еще. Something else? Господа бритарианцы. Ladies and gentlemen, бритарианцы. Хорошо, не буду тратить время. Okay, let's not, токсикоз, грибы и гельминт. Okay, let's not lose time here. Toxification, fungi and worms, parasites. Вы назвали эмоции, страх и все прочее. You said emotion, fear and so on.
И вам дают массу практик, как избавиться от эмоций, привязанности ко вкусу. And you will get a lot of practice in order to get rid of your emotions or of any associations. Если мне память не изменяет, Сократ сказал, то, что вы едите, тем вы являетесь. If Olga remembers correctly, Socrates said this, you are what you eat. Или Парацельс. Or Paracels. Не помню. And she doesn't remember. Суть в чем? What is the idea behind this? Вы что-то съели. You eat something. Это вещество впечаталось в ваше тело. This organism becomes imprinted in your body. Но каждое вещество имеет свою волновую вибрацию. But every organism has its own vibration. Это волновая эта энергия впечаталась в ваше энергетическое тело. And this energy now became a part of your own field. И когда вы начинаете не есть, and when you start, or rather said, when you stop eating, или сыроедить, то есть переходя на более легкое питание, or start doing raw food, эти вещества начинают выходить из мест своего залегания, потому что они там могут пролежать у вас всю жизнь. These organisms start to get out of this storage because they can stay for your whole life in these places. То есть человек, например, в детстве там в полгода съел курицу. So for example, when a child was half year old, it ate some meat from a chicken. И если он никогда не чистился, в 70 лет эта курица будет лежать у него в теле. And if he never did some cleansings, when this being this one is 70 years old, this chicken will be still in his body. И когда это все циркулирует в крови? And when this is circulating in our blood, у вас в психике появляется воспоминание о вкусе. Memory of this taste appear in our brain, in our memory, in our, yes. Вот и вся проблема ваших эмоциональных перекосов во время перехода или голодания или еще чего. And this is the whole problem in the emotional disbalance concerning habits and cravings. Я не очень понимаю, почему, когда человек находится один, там, 2-3 дня, неделю или 20-40 дней в голоде, это называется бритарианским процессом. Olga doesn't really understand why people who are one day on fasting, 2 days on fasting, 1 week, 1 month on fasting, why these people are called breatharians. Всю жизнь это называлось лечебным голоданием. She knows it her whole life as health treatment, fasting. Когда эти вещества впечатываются в ваше тело, and when these organisms become imprinted into your body, они, естественно, разбалансируют ваши вибрации клеток. They will naturally disbalance your own vibration. Например. For example. Человеческое тело должно вибрировать от 5 до 30 Гц в диапазон. The human body has to vibrate from 5 to 30 Гц. А человек выпил спирт. But the person drinks spiritus, alcohol. А у него вибрация 0,5 Гц. Which has a vibration of 0.5 Гц. И его тело начинает вибрировать от 0,5 до 30 Гц. And his body starts to vibrate from 0.5 to 30 Hz. И он начинает видеть чертей. And he begins to see devils. Врачи говорят, ну это белая горячка. And the doctors call it a disease. А он реально опускается на этот уровень вибрации и видит этих существ, потому что это их диапазон существования. But actually, this one indeed simply resonates with this low vibration, and on this low vibration, these devils exist. И когда вы это все понимаете, and when you understand this all, а я очень подробно объясняю это на семинарах, and we talk about it in details on the lectures, то вы начинаете понимать, какие действия вам нужно предпринять в той или иной ситуации. You understand which steps you need to take in different situations. И в моей методике мало того, что это четкая пошаговая система. And not only that, these are steps that we give, that Olga gives as a method.
Я описываю 9 этапов, которые вы будете проходить в процессе изменения тела. Olga also describes 9 steps of change, which you have to go through when you are transitioning through this stage, your psychological, your psyche, energy, and physical body have to go through. После того, как я разработала методику, и ее прошло несколько тысяч человек. And after Olga developed her method, and a few thousands of people attended to this. Мы организовали международную ассоциацию бретарианства. Olga, they organized the International Association of Bretarians. И на протяжении нескольких лет мы проводили огромное количество экспериментов. And for a few years, they have been doing a lot of experiments. Мы экспериментировали с водой, использовали различные приборы. Experimenting with water, using different tools. Экспериментировали с разными составами, фактически создавали алхимию. They went into alchemy, experimenting with different remedies, decoctions, recipes. Я просила людей сдать анализы до семинара. Olga asked people to go to the doctor before the seminar. В процессе перехода. During the process of transition. И когда они уже перешли на бретарианизм, еще раз. And after they completed the transition once again. Сегодня у меня материала на несколько медицинских диссертаций. And now Olga has materials that can be used to write quite a few medical works. То есть для меня процесс, для меня вот этот весь переход бретарианизм, он настолько очевиден, как вы открываете букварь и читаете, и вам все понятно. It's so this whole process of transitioning is very obvious for Olga. Так вот, есть четкие этапы, которые вы в любом случае будете проходить. So on this path there are certain steps which you simply have to go through. Но вы их никак не обойдете, чем бы вы там ни занимались, сыроедили, смотрели на солнце, молились или еще что угодно делали. You will never avoid them, not by doing raw food, liquidarianism, sun gazing. И так как вы знаете последовательность этих этапов, вы видите, на каком вы сейчас находитесь. And since you know the steps when these changes have to happen and what happens after another, you cannot really make something wrong. То, во-первых, вы знаете, что будет на следующем этапе. Извиняюсь, можешь повторить то это предложение? Так как вы четко знаете последовательность этапов, да. Вы не можете ошибиться. И вы знаете, на каком вы сейчас находитесь. And yes. Mm-hmm. Ну, продолжай. То вы знаете, что будет на следующем этапе? Yes, and you next what will you know what will happen next, which step is going to come next? И вы знаете, как максимально адекватно пройти тот этап, где вы находитесь? And you can prepare, and you know how to prepare totally prepare correctly for the next steps. То есть вам не надо гадать или надеяться, а что, а когда я перейду, или у меня спрашивать, или еще что-то. Четко понятно. So you don't need to believe, to hope, to ask somebody else. You have certain criteria. Everything is clear. Есть этапы. And there are steps of exiting of toxins. И на каждом это в каждой категории токсинов, когда они выходят, вы испытываете определенные эмоции. And every category of toxins, when it's exiting, will result a certain emotional reaction. И есть токсины, которые лучше вымывать. Not only emotional, physiological, energetical, and there are toxins which are better to be washed out. А есть токсины, которые лучше выжигать. And there are toxins which you should burn. И когда вы знаете эти градации, то вы, соответственно, используете тот прием, который необходим в данный момент именно вам. So when you see these different steps, you can apply this to your individual situation.
Я очень долго добивалась медицинского исследования этого процесса. Olga was fighting for a long time for scientific medical research of this process. Но врачи мне говорили, мы не имеем права это делать. But the doctors say they don't have the right to do this. Потому что это как бы может быть опасно для здоровья, и мы не пойдем на такие эксперименты. Because in some way this can be dangerous for the health, and they are not going to do this experiment. Но недавно случилось совершенно неожиданное и радостное для меня событие. But recently a very interesting and good news news for Olga happened. Центральный канал российского телевидения. The central channel of the Russian television. Решил снять документальный фильм. Decided to make a documentary. О системе реализации бессмертия. About the system of realization of immortality. И бретарианство. And breatharianism. С 1 сентября по 30 ноября. From the 1st September to the 1st December. Мы в Доминикане. In Dominicana, in the Dominican Republic. Мы будем проводить этот процесс. We will have this process. И я вас приглашаю к нам присоединиться. And Olga invites you to join us. Мы пройдем всю систему. We will go through everything. Просветление. Enlightenment. Переход на праническое дыхание. Transition to pranic breathing. Сексуальная тантра. Sexual tantra. Ну, естественно, бретарианство. And of course, breatharianism. 2 часа мы будем за это 4 часа в день занятий. The exercises are 4 hours a day. 2 часа мы будем заниматься на суше. 2 hours we are practicing on the land. И 2 часа мы будем заниматься под водой. And 2 hours underwater. Дело в том, что в Доминикане идеальные условия. The thing is that in the Dominican Republic there are ideal conditions. Во-первых, ну, чисто из социальных вопросов, по цене это очень дешевое жилье. First of all, just because of social reasons, it is quite cheap there. Идеальные климатические условия. Ideal climate, yes, condition. Плюс то, что у нас будет великолепное море, и мы можем очень глубоко пройти все процессы. Additionally, beautiful deep water, sea, and where we can dive really deep into the processes. И кроме энергетических процессов, это еще очень сильный детокс. And aside from the energetical processes, this means also a very deep detoxification. Если вас заинтересует этот процесс, и вы захотите присоединиться. If you are interested in this process and you like to join. Пожалуйста, напишите организатору Егору Алексееву. Please connect with the organizer Егор Алексеев. Расскажи, где, куда. You can. Olga is quite famous. If you type her name in Google or YouTube or Facebook, you'll find her. And I'm. If you write in English to her, I will be probably answering. So simply write me in the first place. And think about what you want. So let's not start a discussion about what you eat, what you want to do there. Prepare concrete, think about what you're interested in. This will make me make this a lot easier. Thank you. Как я уже сказала, что у меня такое количество информации, что уложиться в 2 часа я просто не успею. As Olga already said, she has a lot of information and it can be said in 2 hours. У меня есть огромное количество видео на YouTube, где я делюсь этой информацией. Olga has a lot of information on YouTube where information is shared. И вот я не буду сейчас очень подробно рассказывать, потому что действительно не хватит времени. And но этапы. And we won't go very deep into the details because it takes much time, but about the steps. Ну, например. For example. Один из этапов. One of the steps. Язык полностью очистить.
The tongue has to be clean completely. Это одно из условий. This is one of conditions, of the conditions. Например, когда человек только переходит в начале. For example, when a person is transitioning in the beginning. Первое, что выбрасывает тело. The first thing that the body tries to exit. Это химия. Is the chemical pollution. Глутамат натрия. Глутамат натриум, натриум. И все, что связано с животным белком. And everything that is connected with animal proteins. И человеку кажется, что в этот момент люди вокруг него становятся какие-то агрессивные, как-то. And when this is exiting, the person will feel like everybody around him is very aggressive. На самом деле просто выходят вот эти продукты. Actually, simply these products are exiting. И как только они выходят, то человек становится, то есть раздражение уходит. And as soon as this product exits, the disbalance stops, so the disturbance stops. А людям говорят о стабилизации эмоций. And people are taught about stabilization of emotions. То есть получается, знаете, есть такое выражение: поставить лошадь позади телеги. So it's like people say you put the horse before the carrot. Меняются местами причины и следствия. The cause and the effect change places. А так как вам это постоянно говорят, but since everybody tells this, а у вас нет личного опыта, то вы это воспринимаете как должен. And we have no personal experience, we take it like an order, something that we must do. Например, когда выходит рыба. For example, when fish exits. У вас появляется такая эмоциональная печаль, апатия, депрессия. Then emotional state appears like a depression, apathy. И когда рыба выходит из вашего тела. And as soon as it exits. То у вас появляется чувство радости. Then a feeling of happiness appears. Ну и так далее, я по каждому продукту могу это. And so on and so on. Every product has its effects. Sorry, can you repeat the last, which is the fish? No, the other one. No, after the fish, there are many products. If each product has its own effects, but we can go into details here. Right. So happiness is just the final state, right? То есть счастье — это последнее, после, если все выйдет, счастье — это последнее, что есть? Нет, последнее у вас выйдет клейковина. Okay, in terms of what exits last, the last thing that exits is glue. Потому что клейковина, фактически, это первый продукт, который вам дают с рождения. Because practically this is the first product that we are given. И сейчас ваши клетки окутаны очень плотным слоем клейковины. And now the cells are covered in this glue. А не дышать, не выделять, не потреблять ничего не могут. They can't breathe, they can't nourish themselves correctly. Ну я, конечно, утрирую немножечко. Of course, Olga is putting it into a picture to make it clear. Но фактически это так. But practically this is how it goes. Нет никаких проблем со вкусом при переходе на предтреннюю. Можно? Как сейчас вот называется когда у людей аллергия на хлеб, глюта. When people are allergic to bread, how is it called, the allergy? Глютен. 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 Yes, yes. Глютен. Последний выход глютен. Gluten is the last thing that exits. По-русски это называется клейковина. In Russian it's a word that connects glue and yeah, gluten. Нет никаких проблем со вкусом. There are no problems with taste. Вам только нужно понимать, почему он возникает, желание того или иного вкуса. You have simply to understand why it's appear and yeah, what's the cause for this. Как я уже сказала, что это что-то, это вещество выделяется в кровь. So, as Olga already said, this is something that is in our blood.
На протяжении тысячелетий алкоголики знали, что с этим делать. And for thousands of years, alcohol addicts have known what to do with it. Если с вечера немножечко позволил себе лишнее, утром выпивает, да, там. If the last evening you drank a little bit too much alcohol and you have hangover the next day, then you drink a little bit in the morning. Но моя система строится на том, что вы можете предусмотреть то, что у вас будет выходить. But the system that Olga presents is built in such a way that you can see what will happen if you make this step. И, соответственно, предпринять действия, чтобы этого процесса у вас потом не было. And logically prepare in order to avoid or work with this process. Я вас немножко удивила. Okay, are you a little bit surprised about what Olga said? Потому что я говорю достаточно непривычные вещи. Because maybe this is unusual to hear. И тело очищает. And when the body cleans. У вас действительно появляется очень большой сенситивный момент, ну, большое сенситивное восприятие. Indeed, you become very sensitive. И тогда вы начинаете осознавать, что у вас и вы начинаете видеть, чувствовать энергетическую структуру. And then you become aware of energetical movement. Начинаете с ней взаимодействовать. You begin to interact with it. Многие люди, которые не понимают, о чем я говорю. Many people who do not understand what talk Olga is talking about. Иногда называют мою систему аптечной. Sometimes call Olga's system like it's from the pharmacy. Или говорят, о, подростковая система не духовная, она физиологическая. Or say, Olga's system is not spiritual, it's only physiological. На самом деле, если вас интересуют какие-то энергетические или медитативные практики, actually, if you are interested in energetical or meditative practices, и, конечно, есть у меня в системе, я об этом уже сказал. They are part of it as well, and Olga has been speaking about it already. Но вот на таком бытовом. But on this, let's say, very simple, basic level. А правильнее сказать вашем индивидуальном уровне. Or it is more correctly to say on your personal individual level. О бретарианстве никто не говорит. Is you never hear this information about bretarianism. И я не говорю, что надо делать только те практики, которые я даю. Olga is not saying that you have to do only the practices that she is giving. Вы можете сделать мои практики, можете сделать другие, посмотреть эффекты, что вы получаете. You can try this, try something else, gather points of view and look what's happening. Вы абсолютно свободны в своих действиях. You are completely free in your action. Но, как я уже сказала, понимая механизм. But as Olga already said, by understanding the mechanisms. Вы не попадете в те ямы, которые обычно люди попадают. You automatically will avoid the traps which people usually fall into. Приведу пример, который произошел здесь. An example that happened here. Вы знаете, где моя комната? You know where Olga's room is? Вот туалет, и вот здесь наша комната. So here's the toilet, here's our room. И однажды утром, пару дней назад утром, мы услышали, что в туалете кто-то очень сильно рыгает и человеку плохо. And a few days ago we heard someone vomiting in the bathroom. И когда человек вышел из туалета, мы спросили, что случилось. And when this woman came out of the toilet, we asked what happened. Оказалось, что этот человек, я даже не буду говорить, мужчина и женщина, неважно. Я уже сказал. Она решила, ну, так как она здесь, не кушать эти дни. Yes, she decided, since she is already here, simply to stop eating these days. И она проголодала 4 дня. And she was dry for 4 days. И ей, естественно, стало плохо. She became very
worse. Her state became worse. А у нее камень 2 сантиметра в желчном пузыре. And she has a stone in her gallbladder 2 centimeters. Но у нее есть идея. But she has an idea. Actually, if I hope I'm not lying here, but у нее есть большая вера в тонкие вибрации. She has a big belief in higher vibrations. То есть, это знаете, как это слово называется, когда человек очень целеустремленный, не думает о последствиях и не соизмеряет свои силы. You know, there are these people who are very focused on their goal, and they are going through damage in order to achieve this. И мы дали много рекомендаций, вывели ее из этого состояния. And we gave her our recommendations and helped her as much as we could. А представьте, если бы этот человек прочитал какую-то книгу. Imagine if such a person reads a book. Посмотрел что-то на YouTube. Observed something on YouTube. И решил, что да, это процесс перехода, я перетерплю, я там сейчас прыгаю, а потом пройдет. Decided that this moment, this process is temporarily. Now I will vomit, but later on I will be healthy. А потом судебные процессы, да, там у Джасмухин с вот этими смертями. But later on we have to deal with the law why this happened. Ко мне очень часто приходят на семинар люди. To Olga's lectures very often people come. Конкретный пример. Here's a concrete example. Муж. A husband. 1.80 роста. 180 tall. 40 килограмм вес. 40 kilograms weight. Жена 1.60 роста. Wife 1.60 tall. 35 килограмм. 35 kilograms. И это они не анорексики. They are not. They don't have anorexia. Анорексики — это психическое заболевание, очень конкретное, никакого отношения к вегетарианизму не имеет. Because this is something that has to do with this is a psychological illness. This has nothing to do with vegetarianism. Эти люди хотели перейти на вегетарианство. These people wanted to transit. Дышали любовью. They have been breathing with love. Делали аффирмации. They have been doing affirmations. Делали все, что написано. Have done everything that was written. Были на сыроедении. They have been on raw food. С периодическим прохождением там голодания. And with cyclic fasting in between. И они надеялись, что у них вот-вот сейчас прямо включится, и они там куда-то перейдут. And they have been hoping that right now, every moment, this something will switch on, and then they will transit. И очень долго пришлось их восстанавливать. Well, it took a long time to recover them. Второй пример. Another example. Мне звонит один мужчина. A guy is calling Olga. А я провожу три вида практик, три вида семинаров. And Olga gives three types of lectures. Первый вид семинаров — это я даю лекцию. The first way is she gives a lecture. Она протекает 5 часов. It takes 5 hours. То есть там я даю конкретные схемы, в какой день, что вам нужно сделать и так далее. There you get the methods, the steps, the basic information about safety, the dangers, all you need to know for the beginning. Снимаем психологические блоки. At the same time, during these 5 hours, certain psychological tensions, blockages are resolved. И я добавляю вас в сообщество. And then you are included into the closed community. И работаю уже потом с вами в сообществе, то есть вы идете по моей системе, пишите, какие у вас результаты, что у вас получается, у вас, естественно, будут вопросы, и мы, естественно, их разберем. Then you gather your own experience, and together in the closed community, or only with Olga, we discuss and work out and share experience and go into detail concerning solving the problems. И первое время было огромное количество вопросов, я фактически 20 часов, вот я 4 часа в сутки сплю, 20 часов я сидела, отвечала на все эти вопросы, потому что десятки тысяч людей. When Olga was sleeping 4 hours each day, she was the other 20 hours. She was non-stop answering all these topics. This is how it was in the beginning when this closed community was just
coming to be. А потом, когда набралось огромное количество опыта, то сейчас и вопросов-то, в общем-то, нет. But after a huge amount of experience and solutions was already gathered, actually there are no new questions. То есть человек проходит семинар или вебинар, добавляется в сообщество и читает, и там читает огромное количество информации. So a person goes through the webinar and gets invited into the closed community, and there he finds a massive amount of information. И он получает уже ответы на те вопросы, которые у него еще даже не возникли. And he receives answers to questions which he even doesn't have now. Второй формат, это я провожу 3 недели семинара. The third way of teaching is when it is a three weeks seminar. То есть мы находимся вместе, люди получают опыт и дальше уже делают это все дома. So we are together, we gain experience, and later on they continue at home. Ну, естественно, тоже со мной на связи. And то же самое. Со мной на связи. And logically, of course, we stay in connection after this as well. И третий формат это вот эти трехмесячные ретриты. And the third way is are these 3 months retreats. Но там полное погружение. But there we go really deep. И вот звонит мне мужчина из Америки. So there was this guy who was calling Olga from America. И говорит. And tells her. Я хочу перейти на бретарианство, для меня это очень важно. I want to become bretarian, this is very important to me. Я в 2 словах рассказываю о своей системе. And in a few words, Olga explains her system. Он говорит, ой, нет. And he says, oh, no. Что-то она слишком физиологическая, она бездуховная, нет. Somehow this is very physiological, it is without any spirituality. У нас в Америке есть человек. We have here in America a guy. Он дает молитву для перехода на бретарианство. He gives prayers for transitioning. Я пойду к нему. I will go to him. Говорю, ваше право, конечно. Olga says, all right, that's your right, go ahead. Проходит полгода. Half year later. Звонит этот человек и говорит. This person calls again. Я потерял 40 килограмм. And tells Olga, I lost 40 kilograms. Что мне теперь делать? What do I have to do now? Я говорю, теперь попросите молитву для набора веса. Olga said, now you have to ask your master for a prayer in order to gain weight. Но на самом деле он действительно прошел вебинар и все было нормально. And but actually he indeed took the webinar and now is everything fine. Но как вы понимаете, человека легче обучить сначала, чем потом восстанавливать после всех этих неудачных опытов сыроедения, голодания, медитация на свет и все прочее. You may understand that it is easier to educate the person about in advance about the process than recovering here him afterwards. И когда мы вернемся из Доминиканы? And when we return from Dominicana? У меня появится возможность, и я действительно пойду в НАСА. Olga will have the possibility and she will really go to NASA. И если там не заинтересуются, and if they become interested, я пойду в другие агентства такого уровня. If they become not interested, Olga will seek other organizations. Я уже много написала писем в различные институты, описывала свой опыт, отсылала анализы собаки. And she already has been writing letters to different companies, organizations, had sent them results, her system, results of the dog. По мере того, как собака взрослела, мы раз в месяц делали развернутый анализ крови, то есть вот все возможные параметры, которые только можно, она все время сдавала. So when the dog grew up, since it was a puppy, every month the puppy and Olga went to the doctor and they make a full scale check. И у неё абсолютно нормальный анализ. And absolutely everything is fine.
Вот. И мне из этих учреждений говорили, да, конечно, здорово, спасибо большое, что вы нам написали. And this company's organization institute said, wow, yeah, great, that's something interesting. На этом все закончилось. But this was the end for it. Но теперь я... The end. Но теперь я попробую сделать еще один такой шаг, пойти лично туда. But now Olga is going personally there. Выяснить, кому можно записаться на прием. Going to find out who is responsible for this topic. Взять эти все документы. Take all these documents. Прийти туда, положить, поговорить, показать. Go there, talk with them and show them. Я не знаю, какой будет результат, но в любом случае я поделюсь об этом на YouTube, на своем канале, потому что я буду снимать это на видео. Olga doesn't know how the result will be, but in any way it will be shared on YouTube, on your channel. Скажите, пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы, и мне целенаправленно о чем-то рассказать? Please say. If you have questions, or would you like Olga to talk in a certain direction? Since you speak a lot about physical process, and I am very interested even in the physical process. You speak about 9 steps and some practice. But I didn't understand what are these practice, what are these steps. And my question is, what are these steps? What are these practice of detoxification? Мне очень нравится твой подход физиологический, и ты рассказываешь о шагах и о процессах. Но он их вот как раз и хотел бы еще раз узнать, какие шаги и какие процессы это занимает. Дело в том, что я не рассказываю о шагах и процессах, потому что для этого мне нужно действительно вести с вами конкретную программу. Для того, чтобы вы видели, как это развивается. Yeah, as Olga already said, it takes at least 5 hours one webinar, and we need to go very deep into detail. And in order for you to get the information in a safe way and completely, we need to do real work. Фактически, я сейчас делаю промоушен. So what she is doing here right now is rather promotion than giving actual steps, explaining them. Потому что когда вы начинаете углубляться, Because when you start to dive in this, вы начинаете понимать вот этот аспект. You begin to understand here is an aspect, here is an aspect, here is another one. И их нужно еще суммировать. And they need to come together. Но вы сейчас как бы вы понимаете, что я даю физиологический переход. But right now you have the idea that Olga is giving you a physical transition. Я просто больше говорю о физиологии. In fact, Olga is simply speaking more about it. Но переход должен произойти на 3 уровнях. But the transition has to take place on 3 parts, on 3 levels. Но большое спасибо за вопрос. Thank you very much for the question. Is possible in this space give us some instruction to be able to manage with the temperature of the body? Doesn't matter what is the temperature outside. Можно ли дать какие-то советы вот сейчас в этих обстоятельствах для контроля температуры тела? Чтобы оно было как бы независимо, насколько я понял, от обстоятельств. Это грибы. Okay, thank you. So the question is, yes. Those are fungi. Yes, fungi. То есть то, что у вас проблема с температурой, это просто грибы. So every problem with cold inside is just fungi. Очень хорошо сделать содовое обертывание, либо содовые ванны. Okay, I don't know, I forgot again this word for this in German. Sodium bicarbonate, I believe. It's very good to use sodium bicarbonate bath in order to get this out once a week, for example. Моя система
Olga's system. Одновременно это и переход. Not drinking. Not drinking. Bath. Complete bath. Yeah. Yes, and then at what temperature? Сколько и какая, сколько? Что? Соды. Пачка на ванну. One package, it's like 500 grams for a bath. Yeah. Вообще любые способы устранения грибов будут очень кардинально решать проблему с температурой. And actually any means of dealing with fungi will be helping in this matter. So this is just an example what you can do. Но поймите, пожалуйста, в грязном организме никакого перехода не будет. But please understand that a polluted organism will transit nowhere. Или будет такая же реакция, то есть вы там на фанатизме перешли. Or it will be the same reaction, for example, you transit by your beliefs. Вернее, я не совсем правильно выразилась. Вы на фанатизме не едите? Or, to put it correctly, you don't eat by your belief. И зарабатываете кучу проблем, потому что верите в то, что вот-вот сейчас Бог положит вас за пазуху. And because of this, you gain a lot of new problems because you believe that now soon something certain will happen. Но вы столкнетесь с тем же самым очищением. The only thing that you will encounter is the same cleansing. Так вот, моя система, она построена так, что вы одновременно переходите и очищаете. So the system of Olga is built in such a way that you cleanse yourself and transit at the same time. Самый быстрый переход по моей системе. The fastest transition with Olga's system. Произошел у двух человек за три дня. Happened to with two people within three days. Three days. Но нужно понимать, кто это кем были эти люди. But we have to understand who these people were. Это были два брата. Two brothers. Которым было 18 лет. They were 18 years old. И они сыроеды второго поколения. And they are Rofudarians, second generation. То есть их родители в 90-е годы перешли, или какие там годы, перешли на сыроедение. This means, for example, in the 90s, their parents transited to Rofudarianism. А потом родились эти дети. Then gave birth to these two brothers. И плюс они еще с 5 лет занимались то ли ушу, то ли цигун, честно. And additionally, they have been making energetical practices since they were young. И они перешли за 3 дня. And they needed only 3 days. И у меня есть пример 70-80-летних людей. And Olga has example of people who are 70 years old, 80 years old. Естественно, им требуется больше времени. Logically, they need more time. Когда человек говорит, а как мне справиться со вкусом? And sometimes people ask Olga, what do I do with the taste? Поймите, пожалуйста, что я хочу сказать. But what's the point behind this? Вам хочется тех продуктов, которые у вас сейчас есть в теле. You are desiring those products which you have right now in your body. Вы не можете хотеть те продукты, которые вы никогда не ели. You cannot want those products which you never have tasted. У вас проблема только с теми продуктами, которые сейчас у вас заложены в теле, только you, и все. You have problems with those products which you already have within you. So if they are not within you, you cannot have problems with them. И это не духовное состояние. And this has nothing to do with spirituality. I have a very practical question. You spoke about when we have to disintoxicate from meat and then from fish. What about we have psychological problems which can occur according to this detoxification? But when what about sugar? When a person has been used to take a lot of sugar and attracted to his industrial sugar for some years. Is there a detoxification? I suppose so. And what are the problems that we can endure if we stop
this, if we detoxicate from this. Thank you. Если вопрос о чистках на физическом и на психологическом плане, на физическом плане от сахара, то есть если ты говорил о этапах, что применяются такие обстоятельства и такие ощущения, или при рыбе такие ощущения, что в относительности к сахару, и что можно сделать, чтобы поддержать тело или очистить от него, и психологические чистки, там это как выглядит? Во-первых. Thank you, first of all. У вас у всех не на месте стоит кишечник. So first of all of you have your guts not in its correct places. То есть мало того, что он раздут и увеличен в объеме, а соответственно давит на другие органы. So we are talking here about the intestines, the big intestines. First of all, it is blown up, it is pressing on other organs. С внутреннего слоя у меня просто нет времени сейчас об этом говорить, я это очень подробно рассказываю на семинаре. And we don't have much enough time to explain it very detailed, but the inner layers of slime in the intestines. На внутренних стенках кишечника. On the inner walls of the intestines. У вас картон. You have a very thick layer of carton. Он образуется там из-за кальция, слизи, which is created because of calcium, экскрементов, ну, то есть slime, yes. Просто не могу сейчас, нет времени. Just not enough time to go into this. Вот. И человек говорит, а я же сыроед. And people are saying, I'm raw foodarian. А у него перистальтика не работает. But the peristalsis is not working. А он говорит, а я 5 раз в день хожу в туалет. And he says, but I'm going 5 times each day to the toilet. А вот этот картон, он не счищается, он твердый. But this carton, it is hard, it cannot be scrapped away. То есть нужно подобрать такие жидкости, которые его просто растворят, и он выйдет. So you need to take certain liquids, certain products, which will dissolve it and wash it out. Приведу один пример. Here's an example. Германия, девушка. In Germany, a woman. Очень много занималась спортом. Is doing a lot of sport. А у нее был вот такой выпуклый животик. But she always has a belly that is slightly blown. Она тренеру говорит, я хочу тонкую талию, у меня вот такой живот, дай мне какие-нибудь упражнения, чтобы пресс убрать. And she says to his her trainer, give me some exercises, I want to have my my belly thin, I don't want have to have this blown. Он ей говорит, ну, это у тебя такая конституция тела, ничего не сделаешь. And he says, that's your constitution, you can't do much about it. Она пошла в больницу и говорят, ну это у тебя такая конституция. And she goes to the hospital, they tell her also, that's your constitution. Мы можем убрать нижние ребра, и тогда у тебя будет талия. We can cut out the lowest ribs, and then you will be more thin. И когда она начала проходить по системе, and then she attended at Olga's webinar. У нее через месяц очень сильно заболел живот. And after a month, her stomach began to hurt a lot. Она пошла в туалет. Her belly, I'm sorry. And she went to the toilet. Из нее очень, там минут 30-40 просто шла слизь. And maybe for 30 minutes only slime came out. И когда она вышла из туалета, оказалось, у нее запавший животик. And when she came out of the toilet, she discovered that her belly, which was blown before, now fell, went away. А так как она очень много занималась спортом, у нее здесь уже образовались кубики, то есть она уже до такой степени закачала пресс, что. But since she was practicing intensely in order to get rid of something, she had a very strong muscles here. И до туалета у нее вес был 55 килограмм. And before the toilet, her weight was 55 kilograms. А после туалета у нее вес стал 50 килограмм.
And after the toilet, it became 50 kilograms. То есть 5 килограмм слизи. So 5 kilograms of slime. Кишечник. In the intestines. А человек очень долгое время был на сыроедении. And the person is for a long time on raw food. И люди говорят, ну я же сыроед, я же там чистый. And people are saying, I'm raw foodarian, I'm clean. Это идеи. Those are ideas. У меня вот тоже конкретный пример. Парень 22 года на сыроедении. Also a concrete example, a person is 22 years on raw food. И когда он начал проходить по моей системе, он мне пишет, Толя, представляешь, я хочу определенное блюдо из курицы. And when he started to attend to do her method, he had an experience. He wrote to Olga, you know, recently I want strongly to have a meal with chicken. А это блюдо готовила ему бабушка в детстве. And this certain meal with chicken was prepared by his grandmother in his childhood. Там уже бабушка лет 30 назад умерла, да? His grandmother died like 30 years ago. Он говорит, я уже даже не то, что не помню, как курица на вкус, я уже даже запаха не могу вспомнить. And he says, it's not like I can't even and he says, I can't even remember the smell, but I also don't remember the image. А тут приспичило, захотелось. And here suddenly it came up. И 22 года он где-то носил в себе эту гадость. So 22 years somewhere in his body it was stored. А то, что вы говорите про сахар, это грибы. And what you say about sugar, those are fungi. Просто грибы. Когда вы их убираете, то вам не хочется сладкого. Simply fungi. When you get rid of them, you don't want it. Есть ли еще вопросы? А, психологические чистки. And psychological cleansings. Когда мы проходим психологические практики, when we are doing the psychological practices, очень часто бывает такой момент, very often a certain moment happens. Люди пришли на семинар, people came to the lecture, и вдруг мы делаем определенное погружение. And then we dive into the process. Этот человек доходит, что он реально может перестать есть. And suddenly this person understands. Он говорит, ой, understands that he or she actually really can live without food. Он говорит, ой, а как это я теперь, что я не буду сидеть с друзьями в ресторане? And then he's wondering, oh, I'm never going to sit with my friends in a restaurant again. То есть, когда он приходил, шел на семинар, so when he was going to the lecture, у него были какие-то свои мотивации, любопытство и все прочее. He had his own ideas, motivations. Он это назвал «хочу». And he called it «I want». А когда до него реально начинает это доходить, and when he actually begins to understand, оказывается, что у него очень много подсознательных идей. И очень много подсознательных желаний, которые несколько в другом направлении. It comes out that he in his subconsciousness, so to say, has different interests, different ideas. Поэтому программу начинаем с психологических практик. That's why the psychological practices are the beginning of the method. Но это не значит, что у вас не будет эмоциональных очищений. And this doesn't mean that you will not have emotional cleansings. Я могу сказать, что через это все проходят. And Olga can say that everybody goes through this. Но выглядит это весьма необычно. But it looks quite unusual. Поймите, пожалуйста, я часто говорю такую фразу, что Бог не был слишком разнообразен и все сделал по одному шаблону. Olga often says this, God was not very creative. He created the world following one scheme. И если вы увидите одну закономерность, вы поймете, что это закономерность на всех уровнях. If you understand and you have the chance to understand that there is a logical process that's happening everywhere. Так вот, на физическом уровне у вас есть глисты и паразиты? So on the physical level you have parasites and
Yes, parasites. А на энергетическом уровне есть энергетические паразиты, которые точно так же к вам прикрепляются и вами манипулируют. And you have parasites also on the energetical level. They also attach to you and suck your energy. И когда у вас меняется тип... But when your type of energy, so to say, changes... Вы становитесь для них невкусной, и они начинают вас как бы прикручивать. They, you simply become not tasty for them anymore, and they start to rebel. Но они это могут сделать только через ваши мысли и через ваши эмоции, никак по-другому. But the only possibility for them to express themselves is to use your thoughts, your emotions. А вы ассоциируете себя с этими мыслями и думаете, что это вы. But you identify yourself with your emotions and thoughts, and you think that that's you. Но стоит вам один раз увидеть, распознать это, вы, вас уже не обманешь. But if we look once at this correctly, then the truth cannot be obscured again. Мне уже показали, что пора заканчивать. So it's time to finish now. Я действительно могу говорить об этом несколько суток подряд. It's true, Olga can talk about this for days in a row. И если вам это интересно, пожалуйста, приходите, мы будем с вами работать. And if you are interested, let's step in contact. И я буду очень рада, если вы приедете в Доминикану, и мы сделаем грандиозный проект. Вот один-единственный нормальный фильм, как это, вначале был свет, да? And if you are coming to the Dominican Republic, we'll have a great project. You remember this one movie? In the beginning was light. То есть достаточно хороший фильм, который действительно показывает разные нюансы и переживания, эмоции. So very good movie that touches a lot of points of view, emotions, thoughts, signs. Мы сейчас можем создать еще одну историю и написать ее вместе. Я вас приглашаю это сделать. Olga invites you to create another story like this that we can write now. И для того, чтобы этот проект был успешным, ну, то есть люди могли приехать, я понимаю, что это время и деньги, я сделаю совершенно минимальную оплату только на то, чтобы окупить какие-то расходы. And in order for make this possible, Olga understands that it's a question of time and money. She will cut the price very strongly. Мне пора заканчивать. It's time to finish. Большое спасибо организаторам этого конгресса, Николас. Thank you very much, Nicholas, for organizing this. Большое спасибо за то, что вы меня пригласили. Thank you very much for inviting, Olga. Я в интервью уже сказала, что вот здесь мы настолько отдохнули. And in the interview today, Olga said already that here we had the chance to relax very deeply. Мы здесь просто купались в любви. We have been swimming in love here. Замечательное место. Beautiful place. Замечательные люди. Beautiful people. Спасибо большое. Thank you very much. Надеюсь, мы с вами еще встретимся. I hope to see you again.